Ребят, всем привет! Сели поужинать, пожарили картошечку и решили распаковать вот эту вот икру, попробовать. Икра сельди. Это не реклама этой консервы, мы впервые ее купили. И просто сейчас хотели бы оставить реальный отзыв, попробовать ее и вам рассказать, что к чему и как. А также заглянем в баночку, посмотрим, что там, все в порядке, не все в порядке. Ну, в общем, давайте распаковываем и проверяем. Здесь есть вот такой вот замечательный ключик. Аккуратненько тяните, чтобы его не сломать. Ну, потом, конечно, можно открыть, но будет проблематично. Аккуратно тянем, не все так просто. Крышка очень из толстого металла, я так понял. С первого раза не получается взять ее и сдернуть. Итак, аккуратно, смотрите, все острое. Делаем все не спеша. Так, давайте посмотрим содержимое баночки. Вот такая вот наполняемость. Как обычно в прошлых распаковках, мы сейчас поковыряемся, посмотрим. Что тут у нас? Так, ну вот так вот и корочка выглядит. Посмотрите на зернистость ее. Так, чисто для чая взяли. Ну, сейчас картошка жареная попробуем. Давай кусочек хлеба, давай намажем и оценим. Хотя можно и без хлеба оценить. Сейчас прямо оценим. Так. Ну, мне нравится. Пойдет. А ну-ка, жена, пробуй. Какая твоя оценочка? Ну, мне нравится, нормально. С чаем, с кофе пойдет, ребята, с картошечкой жареная пойдет. Ну, вот такая вот простая распаковка, что вам еще тут сказать? Ну, икра как икра, пробуйте. Понравится, не понравится, я не знаю. На вкус и цвет фломастеры разные, поэтому напишите свой комментарий под этим видеороликом. Зашла, не зашла вам икра? Еще раз повторюсь, это не реклама, нам за это никто не заплатил, мы просто купили эту консерву. И сняли для вас распаковку, чтобы вам показать ее содержимое и попробовать ее на вкус. Ребят, всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока.